Первое, что ощущаешь, когда заходишь в кафе, это уют и город в полном обозрении. Перекресток путепровода как на ладони, при этом посетителей хуторка с улицы не видно. Мы сегодня здесь первый раз. Именно, и да, цены тоже хорошие. И довольно-таки вкусно. Вкусно – это верхушка айсберга. Блюда еще должны быть разнообразными, свежими и всегда в наличии. Вчерашней еды здесь не бывает, как и полуфабрикатов. Каждый день запасы сырья пополняются и размораживаются только один раз. За этим строго следит шеф-повар Евгений. Мы попросили его порекомендовать пару интересных блюд из китимцам. Штрудель с яблоком и корицей на песочном тесте. Не все делают в основном на слоеном обычном, а мы вот на песочном. Советую попробовать, вкусно. Торт морковный, чисто наш русский торт. Даже не почувствуете там морковь, вот прямо вот вкуса моркови. Она там не ярко отчетливая, но торт шикарный. Из насущного, чего всегда требует русская душа – котлеты, картофель, борщ, рассольник, харчо и окрошка, мясная выпечка. Особняком стоят блины. Редкий посетитель пройдет мимо. У нас много покупателей приходят и прям любят наши блины. Хотя мы открылись совсем недавно. Мы не стоим, пекутся блины. Начинок много, есть мясные начинки, курица, грибы, мясо, сладкие начинки с медом, с шишковым вареньем. Вот это вот, что сразу же делают, это очень прекрасно и вообще очень большой выбор. Все вкусно. Сейчас в кафе проходят две акции. Заказываешь на 250 рублей и тянешь сверток из лототрона. Если повезло, получаешь бесплатный блин. А можно заполнить лотерейный билет и стать участником розыгрыша 26 августа. Удачливый получает неделю бесплатных обедов или завтраков. Так что визит в хуторок поможет еще и сэкономить семейный бюджет. Кстати, новое кафе – это территория трезвости. Находится оно на пересечении улиц Пушкина и Юбилейной и работает с 9 до 9. Горожане давно называют это место пушкинским. Скорее всего, именно так и будет выглядеть название торгового центра, второй этаж которого занимает хуторок.